Так что, милости просим, начинаем. Уважаемые господа, раз вы здесь собрались в такое время, 3 сентября, мне даже неудобно конкурировать с мэром города, мне тяжело, я бы сказал, невозможно. Но раз собрались, значит, есть какой-то интерес. Значит, поэтому расскажу, что сейчас делаю и что, собственно говоря, планируется на ближайшее время. А потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы, что, собственно говоря, вас больше всего интересует, потому что тот, кто смотрел видео, тот, кто читал книжки, к сожалению, большинство все-таки смотрело видео, возникают какие-то вопросы. Если эти вопросы есть в книжках, то я сошлюсь на книжки и скажу, где и как это почитать. А если их там нет или... Как обычно, я пишу книжки, все, которые я пишу, не только книжки, но и фотографические работы всякие, и художественные. Они, как правило, как сказала мне одна сотрудница, ну, обсуждая один из научных вопросов, она сказала так, что «а можно сразу начинать с третьего дна, которое есть в тексте?» То есть обычно текст минимум 4-5-слойный. Ну, в расчете на то, что умному достаточно, а дурак не поймет. Этим я широко пользуюсь, потому что книжки мои, естественно, не для всех. Вот, и я не собираюсь, это не популярные вещи, это я не пропагандирую, как там некие духовные наставления еще. А это разговор о нашем разуме, причем о его реалиях. А реалии, они не очень красивые все. Несмотря на эти прекрасные картины, вот, которые нас окружают, на самом-то деле все, в общем, если всех раздеть без ползументов, будет довольно противно. Вот тех, кто изображен на этих картинах. Ну, вот, а если посмотреть на их дела, то станет еще противнее. Мы такие с вами полуобезьяны, и поэтому работа нашего мозга, к сожалению, не очень приглядная. И если оценивать его объективно, то печали приумножаются. И мои книжки посвящены тому, чтобы люди, которые читали, просто лучше разбирались в себе. Я даже с гордостью могу сказать, что у меня только недавно, всего позавчера, моя коллекция суицидников пополнилась очередным, значит, экземпляром из Европы просвещенной, из роскошных особняков Средней Европы, который позвонил, каким-то образом нашли мой телефон, я не знаю, ну как-то добрались, которые, посчитав мои книги, решили... что, в общем-то, накладывать на себя руки не надо, что, оказывается, те мучения, которые испытывает человек, особенно адекватный и тонко чувствующий окружающий мир, это, оказывается, не ужас никакой, из-за которого надо уходить из жизни, даже имея в этой жизни уже все совсем, вот в самых смелых мечтах. А что это норма? Это, оказывается, такая вот наша обезьянья жизнь. И если там я спас десяток человек, которые, прочитав мои книги, не наложили на себя руки, а поняли, как устроен мир, я считаю, что моя задача, в общем-то, выполнена. То есть здесь суть этих книг. Суть стоит в том, чтобы не выпендриться самому. Это довольно просто делается. А для того, чтобы попытаться объяснить другим то, что я знаю про мозг. И то, что мозг – это отнюдь не рахат-лукум. Это довольно мерзкий, облигатный паразит, который является результатом эволюции, который к человеческим свойствам, которые пропагандируются авторами от книжек, здесь книжки о хорошем. А, хорошо. Я буду в микрофон говорить. Это книжки о хорошем. То есть здесь всякие герои, хорошие, умные, там, разведчики, интересные детективы, там, герои и прочее, прочее. И мифические, и выдуманные, и реальные. Так вот, это мечты человечества. Ну, как вы хорошо знаете, как мечты там в Америке. Какая мечта? Герой уходит с работы, громко хлопнув дверью, выкидывает карточку кредитную в окно и идет вдаль. Американская мечта. Если кто-нибудь там сделает, такого человека сразу положит в сумасшедший дом навсегда. Это что? Это мечта. Эти книги, каждая нация пишет о том, чего в ней не хватает. Американцы пишут о свободе, которой у них нет никакой, ни малейшей. Наши о тонкой русской душе, с которой, как вы знаете, все мы здесь многие имеем отношение к этой стране, дело сомнительное. С тонкой душой особенно.
загадочной русской душой. Да, мы, конечно, об этом пишем очень много, но вопрос-то, а есть это вообще предмет? Обычно книги философов, ученых и писателей, они посвящены тому, о чем мечтает нация. И чем больше это совпадает с мечтами, тем больше это нравится. Вот, вот есть такие традиции. Но я совершенно говорю о другом. К сожалению, герои моих книг очень часто, если они там какие-то появляются, даже отрывочные, они не самые красивые персонажи, потому что мы противоречивы. И когда вас никто не видит, никто не понимает, не может подслушать, и телефон выключен, и вы сами под подушкой, все равно вы думаете далеко не о святом. Так наш устроен мозг. Мы – результат биологической эволюции. Относясь к себе честно, вы вступаете в противоречие сами с собой. И что-то надо с этим делать. И вот чтобы из этого найти какой-то выход, я пишу те книжки, которые имеют, так сказать, общий доступ. Но есть книги малодоступные для чтения. Это типа атласов, там, изменчивости гениальности, эмбрионального развития. Все-таки нацеленные больше на специалистов. А есть книжки, которые доступны всем. Но это вот как «Нищета мозга», «Морфология сознания», «Церебральный сортинг». То есть речь идет о собственном устройстве нашего мозга. Как мы к нашему, как нашим мозгом пользоваться-то? Потому что все рассказы о том, что вот надо делать это и не делать этого, наталкиваются с того, что вы это начинаете следовать этим советам, и ничего не получается никогда. Почему? Ну, потому что это выдумки. Это благие пожелания, как, знаете, 10 заповедей, которые выполнить практически невозможно, и тогда человечество все вымрет в течение одного поколения, если все их исполнить. Нелепость, это невозможно сделать. Именно поэтому от идеальных советов до практической жизни вот приближают эти самые мои книжки, которые хоть чуть-чуть раскрывают скрытые механизмы работы человеческого мозга. То есть, почему вам хочется делать одно, а нужно делать совершенно другое. И не вы в этом виноваты, не государство какое-то мифическое, не какие-то неправильные законы, а результаты биологической эволюции. Ну, вот мозг так устроен. Вы можете это принимать, не принимать, но действовать вы все равно будете в соответствии с этой эволюционной логикой. Это очень печально, потому что это не вписывается ни в какие религии, это не вписывается никакие философские концепции, это не вписывается ни в какую идеологию, к сожалению. Но это истина. И нравится она или не нравится, но все равно мы живем по этим законам. Но эти законы именно из-за их, скажем так, с одной стороны примитивности, а с другой стороны высочайшего уровня духовности, потому что когда мы прекращаем быть обезьянами, мы становимся теми, на кого все должны равняться. Это очень противоречивые, как бы, как кажется, книжки. На самом деле они говорят об очень простых вещах, материальных, абсолютно материальных явлениях, которые происходят у нас в мозге, когда мы решаем те или иные проблемы, когда мы маленькие, что происходит. Это вот книжка «Морфология сознания». Это о том, как структурный рост мозга у детей формирует их поведение. Как говорят, родители там формируют, воздействуют среда. Да, это все, конечно. Да, мы очень сильно зависим от среды зависит, будем мы людьми или нет. Или так и останемся, как Маугли, дикарями. Если бы было какое-то особое творение, особый промысел, который бы нам вставляли в голову сверху, то тогда бы те дети, которые оказываются в джунглях, в тропических, так бы становились людьми. Нет, они остаются животными. И обратно их там через 5 лет пребывания в джунглях возвратить никто не может. Чего ж в них не зашло-то как-то там сверху? Нет, не получается. То есть это социальная среда, которая формирует этих самых детей. Но дело в том, что разные скорости созревания мозга. Мозг, разные его структуры с разной скоростью созревают. Вы не можете ребенка научить тому, к чему еще не готов его мозг. Ну, просто физически. Но если у машины нет колес, они еще не прикручены, вы же не можете ее разогнать никак. Ну, только если самолет сбросить. Ну, что, собственно говоря, многие родители так и делают. Что происходит с детьми, вы понимаете, после этого. Это нейротравма на всю жизнь. То есть мозг, вот эта книжка этому посвящена, мозг, его органы чувств, обработка информации, она созревает очень медленно. У человека эта вся история завершается реально где-то после 27-28 лет. У нас очень медленное развитие мозга. И при этом функции этого мозга
они приобретаются не сразу, бесполезно до созревания, там, например, 39-го поля, такого теменного, объяснять ребенку какие-то высшие соотношения. Но структуры нет, субстрата. Вы не можете это объяснить ему, потому что он связи межкорковые отсутствуют. Ну и таких примеров очень много. Ну как, я всегда издевательский пример привожу с цветным зрением. Когда после рождения яркие колясочки, яркие игрушечки ребеночку, он же не видит цвет. Это в основном для мам и бабушек не совсем развитых, мягко говоря. Потому что для них эти побрякушечки-то, у него, во-первых, цветового зрения полноценного нет, а во-вторых, 40% зрительного поля только работает. И то в виде мельканий. Кора незрелая, он ничего не понимает. То же самое, когда там, я уж говорил об этом, приглашают там квартеты струнных инструментов, чтобы ребенок в животе матери слышал это все дело. Ну, во-первых, слуховая кора созревает только после рождения. То есть, а сам факт вибраций, ну, действительно, можно по животу там постучать. Даже были такие эксперименты с зубной щеткой, знаете, которая вибрирует. Мамок пугали, значит, так к животу прикладывали. Да, колебания, он жидкости воспринимает. Но боюсь, что это не Брамс. Абсолютно бесполезные занятия, ничего не происходит. То есть, вот этими нелепостями заполнены там килотонны бумаги, миллионы часов рассуждений психологов на эту тему детских. На самом деле вот есть ограничения, которые поэтому называются морфология, то есть структура сознания, то есть на чем заводится-то. Я сейчас работаю, здесь надо перекликать с тем, что я сейчас делаю, я сейчас работаю как раз над вторым томом этой книжки. Это как раз тот период, когда дети, значит, дозревают до, доходят до полового созревания, и дальше начинается катастрофа. То есть те следы мозговой деятельности, которые вы успешно им вложили, они начинают исчезать вместе с половой дифференцировкой. У них появляются половые гормоны, мозги вылетают в форточку, и, соответственно, они перестают быть людьми на самом деле на некоторое время, потому что ни о чем, кроме как о том, как бы изготовить вам внука они, или внучку, они не думают. Все, больше ничего не интересует. В этот момент, конечно, их мозг перестраивается. Иногда эта катастрофа затягивается на долгие годы. Ничего не сделаешь, а у некоторых навсегда. Так бывает. Ну вот, но все-таки редко. В основном это заканчивается, но когда уже поздно что-то менять. То есть человек уже испортил себе жизнь окончательно. Но в этот момент происходит тоже созревание очень многих структур мозга. И все не так просто, как кажется. И для того, чтобы понять, как это происходит, то есть хотя бы осознанно заниматься собственными детьми, я и пишу эту второй том этой книжки. Когда он будет готов, неизвестно, я думаю, не раньше, чем через год. Вот основные мои занятия. А сейчас вот вышел здесь календарь на днях, в который, из таких из развлечений, в котором он заполнен гистологическими препаратами. То есть это не картины, не ландшафты, не алкогольная пропаганда с сюжетами по выпиванию водки и прочее, прочее, как это обычно бывает, натюрмортами такими. А это гистологический препарат, то есть это срезы тканей животных, которые, значит, могут дать форы любому абстракционисту, любой абстрактной, или, как сейчас принято называть, актуальной живописи, вот заполненные, то есть это, чтобы было понятно, что ученые, они, в общем-то, до известной степени эстеты, и они не просто так смотрят в микроскоп. Там зачастую интереснее, чем в хорошей галерее классе современного искусства где-нибудь в Швейцарии или во Франции. Посодержательнее будет. И поэтому как бы календарь так открывает немножко окошечко в научные всякие изыскания. То есть там еще есть эстетика своя. Поэтому кому интересно, можете вот внизу там, в магазинчике ознакомиться. Вот, собственно говоря, мои дела. Все остальные книжки, они тоже имеют свое продолжение. В ближайшее время выйдет новая версия этого первого тома «Морфологии сознания». Он дописан, поскольку интересов было много. И вот, я надеюсь, до конца года, ну, в крайнем случае, в начале следующего, будет презентация этой книги. Она будет расширена, она немножко потолстела из-за новой литературы, потому что это выходит, все много очень интересных вещей, которые важны для понимания развития мозга ребенка. И мне кажется, это будет не безинтересно. Ну, а второй том, наверное, через год. Так что вот такие
работы, которые, кроме научных, и, значит, есть и такие общедоступные. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, начинайте задавать, я готов на них ответить.